И снова здорово, с вами Олег Гудвин. Сейчас будем проходить мануальную терапию для колена. Значит, вот сначала его захватили плотно, сам сустав прям, да, и раскручиваем вот через сустав, как бы размалывая его сюда, сюда. У нас есть мениски внутренний медиальный и леволатеральный. Ну, вот тут видно хорошо. Эти мениски, вот они, часто они бывают, немножко выскакивают, да, вот прям получается на сгибе, за них мы прям держимся, да, как бы вставляем их внутрь. Теперь колено немножко потянули, повытягивали. Так нам не больно, да? Ага. Просто косточкой я надавил на нерв. Поэтому больно. Аккуратнее давлю сюда. Теперь сделаем из руки такую распорку, да? И через нее как бы колено вот вытягиваем. Вытягиваем, вытягиваем. И вот сам, эта подготовка была, и теперь сам прием. Значит, рука прямая, вот от этого пальца, да, до локтя. Это вот удар вот такой вот. То есть как стрела, не гните, не так, не так. Вот прямой удар. Прицелились под 45 градусов. Слабый, слабый, слабый. Тебе внутренний страх просто. А, бедренная кость идет по диагонали немножко, да, вот сюда. Вот и наша рука также по диагонали стоит. Только под 45 градусов. Накачали, накачали на свою руку, ногу. И потом с размаха, вот амплитуду добавляем, в две стороны работаем. Да? Это рычаг. А это толкатик. Раз. И вот мы вышли прямо. Слышала, да? Вот теперь проработаем колено спереди. Переворачивайся ливером к солнцу, передней частью к земле. Так, изначально везде прямой угол. Когда, кстати, лежала на животе, тоже везде прямой угол соблюдаем. Изначально везде прямые углы. Берем ее вот так вот и сажаем в позу полулотоса. Вторую руку просто придерживаем, чтобы не поднимала ногу. И в обратную сторону растягиваем колено под прямым углом об свою грудь. А здесь вот мышца, поднимающая бедро, на нее вот надавливаем и в противоположную сторону. Получается, вот мы растягиваем эту мышцу. Иногда выщелкивает прям сухожилие здесь бывает. Сюда, сюда потянули, натянули вот колено вот так вот, прям в чашечку уперлись и разобрали, расшатали чашечку, потом потянули вот так вот и подставили руку. Если большую руку подставить, это будет, ну, толстую часть руки, это будет болевой прием, да, поэтому либо вот запястье, либо ладони. Раз. Ну или вот так вот можно. Вот мы выщелкиваем. Теперь взяли вот так вот за пяточку. Предплечьем уперли в стопу, натянули все задние сухожилия. В основном все тянется там до копчика, до поясницы. Берем берцовую кость, а эту рукобедренную кость, да? В разные стороны, вот туда-сюда будем крутить. Значит, расшатали, расшатались наружу, да. Внутрь. Это вот с напряжением так расшатываем. И теперь раз, тут в эту сторону крутанул, и два, в другую сторону. И за чашечку. Чик. Все. На чашечку. Так, ну все, в следующем видео мы разберем стопы.